Я не знаю, как вы это делаете. Просто встаете рано, у меня просто глаза не открываются, а мне еще... Ну, вот только фильтры меня спасают, а мне еще как бы собраться надо. Что за зайка? Утренняя зайка! Тогда Настюха фильтр выбрала. Так что доброе утро всем. Мне надо собираться. Голову там типа причесать, дела, а мне... я уже как бы опоздала, как обычно. Короче, ребят, я так поняла, что многие так удивились, что я выставила видео про алкоголь, что я не пью вообще никогда, нигде. Всегда на всех тусовках я всегда трезвеняк. То есть я все по-трезвому. Если я чужую, я живу по-чужую. Чужу по-трезвеняку на самом деле, потому что я не пью, никогда не пила, никогда не была пьяной. Вот. То есть мне по вкусу, я пробовала алкоголь, но он мне просто не идет. У меня идет обратный как бы рвотный рефлекс, как говорится. И да, на доме 2 просто у меня была опухшая рожа, просто она отекала из-за того, что я жрала как свинья. Но открыто. Отекала я явно не из-за того, что я там закидывала за шиворот или за воротник. Поэтому как-то так, типа, да, я не пью, потому что мне просто не нравится, не приносит никакого удовольствия, мне невкусно, поэтому вот такая вот история. Никогда пьяной не была. Вот, все. Молодец. Умница. Желтый где? Это не нужен. Давай папе. Он лишний. Нет, там один глазик. Давай. Желтый бери. Желтый. Угу. Так. Оранжевый, оранжевый. У нас оранжевый нужен. Давай голубенький на оранжевый. Ага. Это розовый. Где оранжевый? Да. Оранжевый где? Да, молодец. То зелененький. На. Помнишь, на папу был, да? Так, это ты кого рисуешь? Папу. Папу, так. Это у нас что? Глазки. Глазки. Второй глазик. А теперь ротик. Вот, а ушки где у папы? Вот они. А ты? А папа похож. Похож. Леди Гугу. Хорошо. Все, бери, мам, бери. Она точно не написит? Я. Я. Осторожненько, я там колики. Всем до свидания, это был Артемур. Это был Роберто Карлос. Я вот от души хотел покататься, от души до души. Но мне стало плохо, я подхожу при полисоне. Отвалился. Всем привет. Знаете, с чего начинается мое утро? Давай я одену. Да, сынок, спасибо. Мое утро начинается с того, что я ныряю в бассейн за игрушками Святослава, которые он любезно туда бросает. Да, доставай! Да. Это наша такая игра, доставать игрушечки. Ой, спасибо тебе, сынок. На восток. Такая классная игра. Прыгай! Да, сейчас буду. Итак, всем доброе утро. Мы уже в Нячанге. Вчера был сложный день, поэтому я не выходила в сторис. Сегодня вам все расскажу, все покажу. Быстро показываю вам рум-тур. Вчера мы заселились в отель, потому что поздно прилетели.
Сегодня мы уже с утра пораньше встали и будем искать квартиру на долгий срок. Посмотрите, какой у нас открывается вид. Уже начал эту тему, нужно дать какой-то комментарий, а сказать-то особо нечего. Потому что, по сути, это был хороший, классный этап. Классная девушка, очень порядочная, о которой осталось очень классное мнение. Но что-то не получилось. По каким причинам, очень сложно сказать. Можно, если быть до конца откровенным, почему эти чувства, там эмоции, какие-то, да, легкие, влюбленность не переросла в что-то большее. Наверное, до конца нет еще готовности выстраивать долгосрочные отношения после моих семейных отношений, которые были достаточно долго в моей жизни. И, возможно, просто сейчас фокус своего внимания нужно направить на рабочий момент. Помогите. Он на меня орет. Ругается. Он ругается на меня. И она тоже. Чего вы от меня хотите еще? А я говорю, чтобы я вставала, а я не хочу вставать. Я хочу лежать. Так, первый ругающийся устранен, уже ложится спать, так что все. Второй ругающийся не устранен. 2 часа дня ты растеклась по дивану в желеобразном виде. Я жидкая просто сегодня. Все, видишь, как ты в прошлый раз сказал? Жидкость. Жидкость, говорит, подъем. Блин, я сегодня, как всегда, короче, просто очень-очень много работала, и по итогу забыла вам и на вопросы поотвечать, и в сторисы выйти, и вообще. Короче, там произошло, на самом деле, такое некое недопонимание между детьми, просто для меня эта ситуация такая впервые, вот, поэтому я немножечко испугалась. А так, в общем, в целом, все хорошо, продолжаем дальше ходить. Вчера, когда я пришла забирать ребенка, там, ну, как бы, там произошел там некий небольшой, скажем так, первый инцидент. А я это восприняла очень серьезно, потому что у меня эта ситуация впервые. Все. Кстати, Мегамаркет, просто огромное вам уважение. Заказал у вас стиральную машину, привезли вот с такой вот мятиной. Прошло уже 25 дней с момента, как вы доставили. И никто не хочет менять, никто не хочет разбираться. Очень хорошее, крутое, уважительное отношение к вашим клиентам. Я просто кайфую. Мы с удовольствием уже написали судебное письмо, будем разбираться. Но в целом на мою огромнейшую аудиторию я хочу просто как анонсировать, как вы относитесь к своим клиентам. Вот просто классная стиральная машина за 60 тысяч рублей. Вот мятина, это, скорее всего, может такой дизайнерский такой вот интерьерный ход такой. Ну, короче, имейте в виду. Самый вкусный в мире суп бабуля Наталья нам сварила. Да, шикарный, стилятиной. Что тут еще, бабуля Наталья? Картошечка. Да. Кабачок. Кабачок. Цветная капуста. Ой, это очень вкусно. Морковь. Не надо, сына, не надо в ротик лезть. Не надо. Зуй. Сейчас умники скажут, одной ложкой мать кормят. Да, одной ложкой, потому что они друг у друга соски могут отбирать. Поэтому то, что два брата едят с одной ложки, я не вижу катастрофы. На. В общем, сейчас бегал, тренировался, думал о жизни, вообще размышлял. И что-то, не знаю, так грустно стало, не знаю почему. Я вообще редко бываю грустный когда-то, да? Иногда бываю наедине с собой. Задумался так вот, мне уже вот 25 лет. Рассуждение просто в моей голове, да? Что-то я делаю не так, наверное, в этой жизни. Или наоборот, чего-то я не делаю. Хотя, с другой стороны, вроде бы мне всего хватает. Все, что для жизни необходимо, у меня есть. Опять, с другой стороны, вроде мне хочется большего, да? Достигать чего-то. А чего, непонятно. Вот. И как в этом во всем разобраться? Столько вопросов, блядь. Вроде жил, да? Вот что-то вопросы какие-то, блядь, возникали. Честно, вот хочется в этом во всем разобраться. Как? Что, с какого вопроса начать? Какой ответ самому себе дать? Блядь. Грузанулся что-то я. Дает сниматься, ну что? Ложись.
няша. Ты принес играть. Ой, скажи, как весело. Брун, давай сюда. Давай. Ой, как страшно. Крюша. Ой. Давай играть, скажи, Брун. Давай играть. Брун.